Ребят, вы теряете время. Сейчас бы штурманули, пока их там три человека. Тут рация может быть. На передачу. О, мину положил. О, вы ждете основную подтяжку основных сил? Куэнгар, где он есть? Вот линия, где-то вот тут вот. Короче, на передке. Ну, да. В основные силы вы поняли, где находятся? У них мертвяк пока в ангаре будет, у этой группы. 5 минут в ангаре. Если не вышел, значит, там 5 минут сидит. Какой, блядь, бокс откачал? Свои, не свои? Но обойдите чуть-чуть он со стороны, пройдите он 30 метров вперед. Ну вот ангара уже отошли на 100 метров. На пути только что кто-то кричал. Да? Ребят, говорю, их 3 раза меньше на данный момент. А где боксер? Там. А, партизанин? Ну там впереди Юра сидит и за стенкой с той стороны. Гранат наклеил.
Мертвяк на углу, запомнили вас? Сюда, по левее, вверх. Все. Партизанин? Шуми. А что-то один где-то. Как у вас там? Кто может быть? Нет, вообще, а у них кто может? Более, блядь. Аккуратно. Слушай ушами. Блять, убит. Ты аккуратно, смотри. Ловлю, блять, два раза. Так, у меня мертвяк. Вот сюда, вот, по левее. Пол, я сюда вижу. Он снял кого-то тут. Снял кого-то. Он поливается. Это ваших в ангаре щемят. Ваших в ангаре щемят. Попробуйте по над ангаром пройти. Да, и вдоль. Только кричите, что своим там пароль. Ящик забрали, молодцы. А потихонечку повоюйте. Продержитесь там полчаса на точке. Аллея не стрельбовая, там же вояки.